В Московской области проводится социальная кампания «Некуда спешить», направленная на повышение уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима, а также привлечение внимания общественности к проблемам дорожно-транспортной аварийности. Киноальманах из нескольких историй, созданный лучшими российскими деятелями культуры, напомнит водителям о ценности каждой минуты человеческой жизни. Несмотря на общее снижение показателей ДТП с пострадавшими на фоне роста автопарка, цифры остаются высокими. За 8 месяцев этого года на автодорогах Московской области по причине превышения установленной скорости или несоответствия скорости дорожным условиям зарегистрировано 717 ДТП, в которых 124 человека погибли и 910 пострадали. Согласно статистике, такие нарушения приводят к совершению каждой пятой аварии.